Ваня! Вань! Не слышит ничего. Вань! Вань, ну я зову тебя, ты не слышишь, что ли? Что это? Счет за мой труд. Так. За подметание двора 10 рублей. Да. Угу. За уборку в своей комнате 20 рублей. Да. Присмотр за сестричкой 3 раза 30 рублей. За получение пятерки 10 рублей. Да. За вынесение мусора каждый день 15 рублей. Итого 85 рублей. Да. Так, интересно. Ладно. За то, что забочусь о тебе. За то, что готовлю тебе завтраки, обеды и ужины. За то, что провожаю тебя в школу и проверяю твои уроки. За то, что ходила с тобой в цирк 3 раза. За все те часы, что успокаивала тебя, когда ты грустил. За все те ночи, что провела у твоей кроватки. За всю жизнь, которую посвящаю тебе каждый день. Куча, но всем уже давным-давно известно, что мне одной играть довольно скучно и совсем, совсем не интересно.